Завтра в страну придет прохладная воздушная масса. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, а днем во многих районах пройдут небольшие дожди. Утром сгустится слабый туман. Температура воздуха в темное время суток опустится до +7. Днем потеплеет до +13. Накануне во многих городах Беларуси был обновлен температурный рекорд. В Могилеве воздух прогрелся до +20, в Витебске до +19. Максимумы обновились также в Горках, Кличеве и Барановичах. В Индии обрушилась стена. Жертвами стали 9 человек, в их числе 2-месячный младенец. Трагедия случилась после того, как город оказался полузатопленным в результате проливных дождей. Полноводные потоки подмыли стену, общую для нескольких домов. Инцидент случился поздней ночью, когда жители спали. Это и стало причиной столь большого числа жертв. На склонах Килиманджаро бушует пожар. Сражения со стихийным бедствием ведут 500 добровольцев, в нацпарк, частью которого является гора, ограничен доступ туристов. Администрация парка подозревает, причиной пожара стали именно неосторожные гости. Пламя возникло в лагере альпинистов. Килиманджаро – одна из главных достопримечательностей не только Танзании, но и Африки в целом. Пожар нанес биоценозу с этой вершины существенный урон. Завтра небо над Бобруйском застелют тучи. Возможен дождь. Подует юго-западный ветер скоростью 5-7 метров в секунду. Днем столбик термометра достигнет отметки в +12. Ночью похолодает до +9. Анастасия Похлёстова, Павел Зуев, Бобруйск, 360.